пока мы направляемся в ресторан отеля Барут, расскажем вам о том, как рестораны получают звезды Мишлен. Смотрите и учитесь у профессионалов. Итак, сразу стоит сказать, что Мишлен – это марка автомобильных шин, которая, желая популяризировать свой бренд, в 1900 году выпустила первый красный автомобильный гид для путешествий. В нем были указаны отели, карты заправок и станции обслуживания. Гид издали для того, чтобы люди больше путешествовали на автомобилях, а следовательно чаще использовали покрышки марки Мишлен. В 1931 году появилась система оценки из 3 звезд. 1 звезда – очень хороший ресторан в своей категории, 2 звезды стоит заехать и поесть, 3 звезды – кухня, ради которой стоит специально совершить путешествие. В красном гиде работает около 100 инспекторов, каждый сотрудник инспектирует в год около 240 ресторанов, которые он посещает инкогнито.